Доброго дня, дорогие друзья! Год назад я решил сделать коптильню. Пересмотрев кучу видеороликов по дымогенераторам, коптильням и способам соления, вот что я вам скажу. Многое из того, что есть на YouTube, можно назвать мусором. Именно поэтому сегодня вы получите то, что собиралось по крупицам, в течение года проверялось, фильтровалось и дополнялось. Сидя здесь и слушая меня, вы, возможно, оцените эту информацию и мои старания по достоинству. А пока давайте определим место для нашей коптильни. Если вы планировали ее поставить на балконе, в гараже или на кухне, то поверьте, это не лучшее место. Причиной тому очень стойкий запах, который почти не выветривается. На родине у моей жены соседская бабулька приторговывала копченой рыбой. Бабульке уже нет 15 лет, а запах копчения в ее доме стоит до сих пор. Если место вы выбрали правильно, то начнем с сердца коптильни – дымогенератора. По большому счету их можно разделить на два вида – с верхним и нижним расположением инжектора. Так вот, лучшее решение – это нижнее расположение с инжектором между дымогенератором и коптильней. У меня было три дымогенератора, и поверьте, это лучший вариант. Из достоинств – хорошая тяга, конденсат не увлажняет щепу, и она равномерно сгорает. Недостаток может быть один – очистка дымоотвода и инжектора от древесного дегтя. Но свой я за год эксплуатации еще ни разу не чистил. А если придется, то без труда откручу муфту на сгоне и почищу. В описании под видео будет ссылка на чертежи и пару фотографий. Дымогенератор я сделал из стальной трубы диаметром 100 мм и длиной 75 см. Этого объема щепы хватает на 6-8 часов. Поддувало диаметром 14 мм я сделал в 6 см от нижней зольной дверцы. Этого вполне достаточно, но вы можете перестраховаться и сделать 10, как на чертеже. Отверстие диаметром 27 мм для дымоотвода я прожег электросваркой с противоположной стороны. У меня нижняя грань поддувала и дымоотвода получилась в одной плоскости. Это видно на чертеже. После этого я сделал дымоотвод из 10-сантиметрового сгона. Часть сгона, там где короткая резьба, я сделал под углом, чтобы верхняя часть работала как козырек, защищая от золы. После этого сделал отверстие для инжектора и нарезал резьбу. Лучше всего инжектор будет работать в 60 мм от края дымогенератора. Инжектор я сделал из болтана. Внутреннее отверстие 5-6 мм. Чем тоньше будут стенки инжектора, тем лучше. Поскольку это самая важная деталь, пусть эту работу сделает для вас токарь. Чертежи для токаря тоже есть. Затем я вкрутил его в дымоотвод и отцентрировал так, чтобы выходное отверстие инжектора было чуть ниже осевого центра дымоотвода и направлено в сторону коптильни. Чтобы инжектор случайно не повернулся в сторону, я его законтрогаил гайкой сверху. В моем случае пластиковая трубка подачи воздуха не плавится, но вам я рекомендую поставить инжектор не сверху, а сбоку. Затем вариваем дымоотвод в дымогенератор. Зольная решетка у меня держится на трех точках. В верхней точке решетка лежит на козырьке дымоотвода, а нижние две на болтиках. Сделайте отверстие для болтиков на 0,5 сантиметра ниже поддувала и нарежьте резьбу. В качестве альтернативы можно вварить парочку кусочков стальной проволоки. Осталось рассказать про зольную дверцу. У меня она на мебельной завесе, с защелкой из пружины. Абсолютная плотность не нужна, через маленькие щели будет вытекать конденсат. А верхнюю крышку я сделал полностью съемной. Поскольку она не греется, рекомендую сверху положить прокладку, чтобы дым даже не пытался подниматься вверх. После этого делаем два отверстия в холодильнике. Входное почти в самом низу камеры, а выходное почти над самым потолком. Вокруг входного отверстия между пластиком и металлом я немного удалил пенопласт и забил туда шнуровой асбест. Вставил второй сгон в холодильник и с обеих сторон надел пластины. После чего соединил сгон холодильника и сгон дымоотвода контрагайкой с муфтой и зажал. После выставил ровно дымогенератор и зажал второй контрагайкой внутри холодильника. Через пару часов копчения все резьбы и мелкие щели забили с древесным дегтем. Лишний дым отводится через шланг, который я вставил в верхнее отверстие. Старый холодильник для коптильни – это идеальное решение. Никакого окисления железа, легко загружать, вынимать, менять высоту и количество решеток, в конце концов мыть. Зимой и летом держит постоянную температуру. Почему это важно, узнаете позже. Своей коптильней я очень доволен. Воздух у меня качает двухканальный аквариумный компрессор производительностью 150 литров в час.
В идеале было бы подключить литров на 300 с плавной регулировкой. Теперь я вам расскажу, что и сколько у меня коптится. Признаюсь честно, для более быстрого копчения я использую турбину. По сути, это еще один компрессор, который подает воздух прямо в поддувало. И дым получается очень плотный. Силу регулирую, приближая или отдаляя так называемую турбину. Температура копчения при этом колеблется от 25 до 35 градусов. Мольва у меня коптится 4 часа. Скумбрия, так называемая 400-ка, 6 часов. Подлещики до килограмма 8-10 часов. Лещи, карпы, судаки от 1,5 до 2 кг, ну, 10-12 часов. Сало толщиной 4-6 см, 14-16 часов. В общем, чем толще продукт, тем дольше коптится. На чем коптить рыбу и мясо? Вкуснее всего получается на щепе из ольхи. Еще хорошо получается на щепе яблони и груши. Все это можно комбинировать. Почему щепа, а не опилки? Щепа имеет крупную и жесткую фракцию. Благодаря этому она соскальзывает по трубе дымогенератора вниз, не создавая пробок. Но можно коптить и на опилках. С той лишь разницей, что застрявшие опилки каждые полчаса вам нужно будет подковыривать через дульное отверстие проволочкой. Не пытайтесь стучать по дымогенератору или толкать опилки или щепу сверху. Они, вопреки вашим ожиданиям, только уплотнятся и добавят хлопот. Можно ли одновременно коптить рыбу и мясо? Да, можно. Дым в коптильне настолько плотный, что даже сыр, висящий рядом с рыбой, будет пахнуть только дымом. Как и сколько нужно солить рыбу для холодного копчения? Мойва солится около часа. Скумбрия 3-4 часа, после чего соль нужно смыть. Рыба в чешуе от половины до килограмма солится 1-2 дня и вымачивается 1-2 часа. Рыба в чешуе до 2 кг солится 3-4 дня и вымачивается соответственно 3-4 часа. До 3 кг 5 дней солим и 5 часов вымачиваем. Что еще? Рыбу в чешуе от полукилограмма и выше для просолки режьте по спине. После просолки рыбу обязательно нужно просушить. Летом ее можно повесить в тени на ветерок. Чтобы сохло и изнутри, спинку разоприте палочками. Добавлять какие-либо пряности для холодного копчения не рекомендую. Дым все эти специи убьют. Почему рыба и другие продукты должны быть сухими перед холодным копчением? Потому что если повесить рыбу мокрой, да и не только рыбу, то дым не будет впитываться, он будет стекать. Цвет не будет золотистым, а вкус станет с неприятной горчинкой. Продукты при копчении не должны соприкасаться. Те места, на которые не будет попадать дым, не покроются золотистой корочкой. После копчения рыбу нужно выветрить. У меня она выветривается около 6 часов. Как правильно делаются продукты холодного копчения? Самое страшное при копчении – это конденсат. Зимой перед копчением обязательно нужно выровнять температуру в холодильнике и дымогенераторе. Можете поставить внутрь электрическую плитку или несколько банок с горячей водой, накрытых крышками. После того, как температура поднимется градусов до 25, убедитесь, что в холодильнике нет конденсата. Если сухо, смело вешайте продукты и запускайте дымогенератор. Летом конденсат – редкость. Но у меня был случай, когда щепа при горении не опустилась с зольной решетки и погасла. Компрессор до утра гнал холодный и влажный воздух. Утром, проверив объем щепы в дымогенераторе и не проверив влажность внутри коптильни, я вновь запустил дымогенератор. И продукты были испорчены. Я обычно копчу в три этапа. Допустим, если это скумбрия, то первых полчаса я копчу без турбины. Затем на 3-3,5 часа ставлю турбину на расстоянии 8 см от поддувала. И последних 2-2,5 часа подвигаю ее на расстояние в 5 см. Температура внутри холодильника при этом поднимается с 25 до 35 градусов. Выше температура для холодного копчения и не нужна. Так, пока у меня топится баня, немного расскажу о горячем копчении. Видел я где-то на YouTube, как ребята делали рыбу холодного копчения на природе. Только представьте, сделали коптильню, тащили с собой дымогенератор, компрессор, аккумулятор. Почти сутки коптили, чтобы перед отъездом снять пробу. Очень смешно. Сразу вспомнил, как я в детстве с друзьями за грибами со сковородкой ходил. Когда мы с друзьями выезжаем на природу с палатками на несколько дней, то я беру с собой обычный медицинский бикс. На дно сыплю слой в 1 см ольховых опилок, затем ставлю подставку. На него нужно поставить глубокую тарелку, а на тарелку положить решетку. Потрошим рыбу и солим 1-3 часа.
Крупную рыбу режьте по спине. Если соли много, слегка смываем. Затем сушим и протираем марлей. При желании добавляем специи для рыбы. Если рыба в чешуе, то можно коптить и так. Если это, как в моем случае, хребты красной рыбы или сало, то лучше замотать в марлю. Ложим все это в бикс и ставим на угли. Мелкая рыба коптится 30 минут, если что-то покрупнее – 40. Несколько дней назад я впервые был на зимней рыбалке. Лов небольшой, маленький судачок и пяток череносов. Кот мелочь есть отказался, буду есть сам. Вот только немного передержал. Но все равно выглядит очень аппетитно. На этом все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мне пора в баньку.